Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные на кресте, братья и сестры, сегодняшнее Священное Писание дает нам очень ясное понимание основ нашей земной жизни. Апостол Павел нас поучает: кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Вот, знаете, помните такое выражение: под тобой ног не чую, или там дни не замечаем, как проходит. Если мы не замечаем дни, то ради того, чтобы делать правду Божию. Если различаем дни, то значит различаем, чтобы продуманно исполнять в эти дни промысел Божий о себе и о близких наших. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест для Бога, Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Но здесь, конечно, он имеет в виду верующих людей. А так-то, конечно, очень многие из нас пытаются и жить для себя. Вот. Но, правда, тогда со смертью не очень получается. Если живет для себя, то, значит, смерть не вписывается в его понятие. И начинаются такие вопли нелепые. Значит, злая, коварная смерть разлучила нас с нашим товарищем по нашим делам. То есть не видят люди смыслов ни в смерти, ни в жизни. Если человек не видит смысла в смерти, то и в жизни он какой смысл увидит? Он увидит только тот смысл, который заключается в том, что в самой жизни. А жизнь что такое? Ну, вкусно поесть, вкусно попить, радоваться, что тебя похвалили, что тебе спели гимн, осанну. То есть потешить свое чрево, потешить свое сребролюбие, потешить свое честолюбие. Для нас же, для христиан, нет этой нет правды Божией в такой жизни. И если мы живем, ради Бога живем. И если мы в этой жизни вкушаем пищу, ради Бога вкушаем, ибо благодарим Бога. И если не вкушаем, ради Бога воздерживаемся и благодарим Бога. Никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем же для Господа умираем. И потому живем ли, умираем ли, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Вот в каких простых словах заключается весь смысл нашей земной жизни. И этот смысл очень просто звучит. Ради Бога живем, и если не ради Бога, то и без смысла. А если ради Бога, есть смысл и в том, что мы живем, и в том, что мы болеем, и в том, что мы скорбим, терпим различные искушения, утраты, потери, потери близких, умирают наши близкие, уходят в жены или мужья, семьи распадаются. Это скорбное явление, но они все имеют смысл о Господе, имеют смысл в правде Божией. Апостол в другом еще месте говорит: уповающий на Бога, все поспешествует ко благому человеку, который уповает на промысел Божий. И все, и это, кстати говоря, отражается и в нашем таком народном менталитете. Все, что Господь не делает, все к лучшему, мы так вот говорим, правда? Вот. А то, что это правда является только для уповающих на Бога,
Это само собой разумеющееся. Вот, если все мы уповаем на Бога, то что об этом и говорить? Просто напомним друг другу, что все, что происходит, будет ради Христа. Вот, можно сказать, дополнить эти слова словами учителя церкви, когда спросили одного учителя церкви: «А вы, отче, что лучше, говорить или молчать?» Барсанафия Великого спросил его ученик Иоанн. Он говорит: «Говоришь ради Бога хорошо, молчишь ради Бога тоже хорошо. Все, что не делаешь, и все, что делаешь, все ради Бога совершаем. Если от чего-то воздерживаемся, ради Бога воздерживаемся. Если что-то совершаем, ради Бога совершаем». И вот в этом-то и есть смысл жизни во Христе. И в этой жизни нет места ни унынию, а только одно благодарение Богу, потому что мы, видя смысл происходящего, а смысл это для каждого из нас в том, что происходящее все спотешествует нам ко благому, то есть ко спасению наших бессмертных душ в Царстве Божьем. Сегодня в Евангелии нам благовествуется о том, как Господь насытил семью хлебами. И несколькими рыбками. Четыре тысячи человек. И еще осталось семь коробов остатков, которые бережно собрали, чтобы насытить ими голодающих этими остатками по пришествии им всем домой, потому что они пришли из дальних мест послушать Господа Христа, послушать Его спасительные слова о спасении души, а также получили и то, что необходимо для этой жизни, то есть хлеб, которым они просто насытили свое чрево и восславили Бога. И так обрадовались этому, что Господь решил уйти от них поспешно и незаметно. Вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские, сказано, пошел внезапно, чтобы не дать им возможность прославить Его и Его водворить в Иерусалим для того, чтобы сделать царем, потому что таковое мнение, таковое желание было у всех, кто насытили свое чрево. Вот видите, как вот, оказывается, насытить чрево иногда такой радостью нас вселяет, несравнимой ни с какой молитвой. Вот. Дай Бог, чтобы и молитва нас насыщала и давала нам такую же радость, как насыщение хлебами, не только теми, которыми Господь насытил в своем этим чудном насыщении, но и в том хлебе, который мы вкушаем каждый наш Божий день. Потому что каждый день для нас Божий, если мы служим Богу, если мы верим в Него. И тогда каждое насыщение наше, каждая наша трапеза становится трапезой Господней, насыщающая нашу плоть, но и радующая и насыщающая нашу душу благодарением, благодарностью всесильному Богу, пославшему нам и на этот день пищу земную и не обделяющую нас, и пищей небесной, потому что если человек видит смысл о Господе в каждом явлении своей жизни, это значит, что насыщает свое сердце небесной пищей, пищей упования и радости о промысле Божьем о нас всех здесь, на этой земле, ради вечной жизни с Богом. Да поможет нам Господь каждую минуту нашей жизни, каждое явление нашей жизни воспринимать с радостью и благодарением, и
укрепляться в вере и надежде на спасение, вечную жизнь. Аминь. Причастников поздравляю с принятием Христовых тайн.